Приветище! Это привет, гость! И мы продолжаем наше увлекательное охранение нашего парка. Там кто-то бомбит мусорки. Ах вы засранцы! Сейчас всех раскидает. Это что за гудок был? Я слышу где-то... Гость! Эй, уходи, засранец! Сейчас я тебе твои труханы на задницу натяну. Задницу натяну, хотя они у тебя и так на заднице. На башку натяну твои труханы. Вот так вот. Растяну их нафиг. Так. Короче, он убег куда-то. Эй, ты! Сейчас защелку тебя своим севшим фонариком. Все, сдулся? Вот так-то. И тебе не надо. Хеллоу, кто-то написал. Ох, засранцы, граффити свои, граффити нарисовали на стенках. Так, ладно. В общем, оказывается, действительно, тут есть второй этаж в моем здании. Эй, пугало огородное, уйди. Смотри, вон там вот окошко, как будто там дятел просверлил себе дупло. Ну, в смысле, где жить ему? Дятлу, в смысле. Вот. И, короче, нам туда надо попасть каким-то макаром. Там прям видно, что туда можно залезть. Тут, конечно же, нет лесенок, второго этажа у меня тут нету якобы. Типа, фига тебе с маслом, а не второй этаж. Блин, ну вот посмотри, конечно же, там будет второй этаж, там еще и третий этаж. И прям черная лестница есть, вот она, черная лестница. Надо обойти здание вокруг, посмотреть. Эу, а ты лайк поставил, подписался? Ну-ка, давай быстренько под видео опускайся. Лайк поставил, подписался, если ты еще не подписался. И, короче, все пучком, все наладом, красава. Ну давай, смотрим дальше. А, ну вот, смотри, действительно, вот тут черная лесенка, и она сломана. Вот же ж, капец. Это не ты ли сломал мне лестницу? Эй, починил мне быстро лестницу, засранец. Козлина, а? Ты посмотри на него, лестницу мне тут пол. Хотя, учитывая, в каком состоянии здания, я даже не удивлюсь, что она сама отвалилась. Почему мне плохо? Почему у меня стресс? Знаешь что, давай, может быть, мы поймаемся? Пусть он нас поймает. И мы сходим в магазин. Очень огромное количество комментариев было о том, чтобы я купил телевизор для камер. И смотрел и блюдил за этим носатым через камеры. Ну, с экранчика через камеры. Иди сюда, поймай меня. Поймай, мне нужно, чтобы ты поймал, сыкун. Че ты убегаешь от меня, сыкло? Иди сюда, сейчас я тебе клюв отполирую. Знаешь, какие у меня мощные кулаки? Скорее всего, я тебе даже не отполирую клюв. Я тебя его сломаю сейчас нафиг. Иди сюда, Вот так вот, молодец. Мы проснулись. Да, кстати, может, за девчонку играем? Я совсем забыл. У нее Apple Watch есть и обычные часы есть. А, матерые. Так, мы даже заработали. Прикинь, мы не работали, но заработали. Это круто. Идем в магаз. И сейчас мы с тобой купим, кстати, в кассе можно А, это тебе не зомби-эсер. В кассе поковыряться нельзя, денег достать невозможно. Так, где тут телевизоры? Вот батареечку мы обязательно возьмем. А то у меня же там все село. Блин, у меня денег нет, ты прикинь. А, у меня 3769 монет. Как-то у меня денег нет. Я сейчас скуплю все батарейки, все снесу нафиг. Обнесу. Коронавирус! Мне нужны батареечки. Все, я больше не могу взять. Я забыл, что у меня карманы забиваются. Так, ладно, фиг с ними, с этими батарейками не так много взял. В общем, возьму. Вот они, эти телевизоры. Маленькие. Радиотелевизоры с антенкой. Так, хватаем один. Нифига себе, прикольно. Так, что, мне, наверное, больше ничего не нужно. А, огнетушитель. Также в комментариях писали, что при помощи огнетушителя можно летать. Это мы с тобой сегодня и проверим. Отправимся в космос. Так, возьму пару огнетушителей. Вот так вот. И затестим. Пошел вон, носатый. Не смотри тут на мои приборчики. Так, ну ладно, вроде бы я все купил, что хотел. Так что можно отсюда чесать. Единственное, что я еще хотел проверить, это можно ли веревку друг с другом связать. Но, скорее всего, нельзя. Чтобы сделать еще длиннейшую веревку. Вот, в общем, мы все купили. Пойдем, первое, что мы проверим, это полет на огнетушителе. Возможно, возможно. Мы сможем на огнетушителе залететь на второй ярус. Но это не факт. Так, короче. Давай, дуть под себя. Дуем. Чуть меня не схватил, пока я тут занимался фигней. Так. Ну, вроде как видно, да, что я хочу подлететь, но не подлетаю. Давай я подпрыгну. Оу, я полетел, ё-моё, нифига себе. Я Гагарин! Только женщина. Вот это да, вот это я пролетел. Так, получается, если я с горочки возьму разгон и попробую залететь. Что такое? Че, меня поймали, что ли? Как это было-то вообще? Ну ладно, бабосики дали. 310 монет заработал. Возвращаемся на смену.
Так, что у меня по огнетушителю? Сколько его еще? Непонятно, какой запас. Давай вначале я еще заряжу свой фонарик. Где у меня фонарик? Я фонарик профукал. Фонарик! Выходи. Насчет телевизора. Сейчас мы его проверим. У меня же камера установлена. Ну-ка. Нет связи. Походу, все мои камеры пофигачили. Эти вандалы. Придется их пойти и проверить. А еще подзарядить наверняка. Сейчас я вот заряжу. Да не бери ты его. Надо его зарядить. Мадам. Какая у меня пышная шевелюра. Разве у него такие волосы были? Ах, засранец. Ворон уже где-то здесь. Вот, заряжаем наш мегафонарик. Теперь мы светим. Есть я свет во тьме. Я защищу этот мир. Свой парк аттракционов. И будет свет во всем мире. Какую-то борду успел, ладно. Я же за пышную барышню с головой играю. Что-то вообще... Не складываются слова в предложение. Какие... Засранец! Я сейчас тебя фонариком отпеную. Кстати, у меня где-то был чай. Чай. Успокоительный чай. Сейчас я его возьму. Вот, мы сейчас выпьем. И полетим. И полетим. Потом посмотрю камеры. Я хочу залететь наверх. Хочу наверх. Вон туда. Значит, забираемся вот сюда. И сейчас полетим. Главное, чтобы деревья мне не помешали. Вот прямо вон туда. Полетели! Ох, нифига себе, как я высоко взобрался-то. Ничего себе. О, падаем, 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 падаем. Фух, это было близко. Но я залетел. Чума. Сейчас я от тебя улечу, ворон. Еще попыточки. Все, вот сюда вот запрыгиваем. Ништяк, мы на втором ярусе. А тут, кстати, смотри, беседка. Странно, а что ее здесь поставили? Типа, чтобы на второй ярус не залазили. Вот это дела. Так, мы даже поднялись на третий ярус. Мы не на втором. И что мы здесь имеем? Фонарик. Нужен фонарик. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А что, кстати, по времени? Ух ты ж, блин. Времени совсем мало. Скоро день наступит. Рабочий день закончится. О! Огнетушитель есть, заберем. Проводки есть. А, места нет. Ладно, провода не важно. Фонарик. Фонарик, ты мне нужен. Че, ключ? Ключик. Скоро моя коллекция ключей пополнится. А именно прямо сейчас, но я не могу взять, потому что у меня все битком. Да блинский. Сейчас. О, камера. А это что, тренога со светом? Сейчас я выкину все на улицу. Сейчас я спрыгну. Вот так вот аккуратненько спущусь. И все уберу в свой сейф. Мощный, крутой сейф, куда никто не попадет. Батареечки, конечно же, уберу. Огнетушители лишние уберу. Вот. И еще одну батарейку. Все. Теперь мне точно влезет все в карман. Двери закроем, чтобы сюда никто не пролазил. И сейчас... Подожди, а может быть я отсюда в принципе смогу запрыгнуть без огнетушителя? В принципе, вроде похоже. Давай разбег. Опа, нифига себе, огнетушитель не нужен. Ну ладно. Кстати, а может быть я на огнетушителе смогу вон туда залететь? Надо попробовать. Надо попробовать. Срочно попробовать. Но сперва я возьму ключик. Мне любопытно, что это за ключик. Вот этот ключик подбираем. Вон как он выглядит. Кривой, косой. Но что-то отпирает. Тут ничего больше нет? Нет. Кстати, это же... вагонетка с аттракциона. Ну, с русской горки. А не это ли карета, на которой разбилась дочка «Привет, соседа»? А? Как ты думаешь? Может, это отсылочка? Ну, зачем запихивать вот эту вот здоровую махину сюда на третий этаж? По-любому отсылочка какая-нибудь. Ладно, проводки заберем. Больше тут ничего вроде нет. За исключением вот этого и камеры. Отлично. О, кстати, сейчас мы и проверим. Сейчас мы и проверим. Нам сейчас нужно с тобой проверить свои камеры. А еще, помимо всего этого, мы сейчас камеру поставим здесь, чтобы далеко нам не ходить. Вот прям на дом. Влепим вот так вот. И давай включим. О-о-о, там привет, сосед. Ту, блин, привет, гость. Точнее, гость просто. Что-то за привет соседкался я. Да, шевелюр-то у меня, конечно... А чё у меня рот открыт? Она смотрит прямо в камеру. Эй, не смотри на меня. Так, чё ты вылупился? Отошёл от меня. А, действительно, у камер есть заряд. 98% заряд у этой камеры. Вон, мы видим справа вверху. Слушай, ну прикольненько, прикольненько. По всей видимости, мне нужно поменять батарейки на тех камерах, которые установлены. Так... Давай-ка попробую эту камеру взять и поставить, например, вот на дерево, чтобы следить за своим домом. Смогу я это сделать? О, спокойно, спокойно. Так, камера. Камера, где я там? Есть, вон. Сейчас я выйду, короче, из дома и попробую посмотреть на себя. Как это жутко выглядит, слушай. Смотреть на себя со стороны. А я, кстати, на весу, смотри. Может быть, я привидение? Но с ключами. Ладно, фиг с ним, с этими камерами. Нужно понять, от чего вот этот ключ. Что он отпирает. Пойдем.
Посмотрим, что же ты отпираешь, ключик. Кстати, по всей видимости, я ж тогда заметил, что тут есть... Так, надо фонарик достать. Эй, шишек не хочешь, воробушек? А то я тебе в клюв сейчас накидаю. Короче, тут есть розетки. Есть вероятность, что можно запустить еще вот этот аттракцион. Что я бы хотел сделать. Сейчас мы с тобой сходим за генератором. Быстренько, аккуратненько. Там, кстати, кто-то ломает парк мой. Эй, сукуны, я сейчас подбегу, вы сейчас цыканете. О, я же говорил. А ну, брысь. А вот, собственно, и генератор. А вот, собственно, и наш... Да чтоб тебя, я же прям бочиной видел тебя. Как ты меня схватил, засранец ворованный. Короче, я возьму сейчас пару батареек. Попробую зарядить камеры. Итак, вот камера. Сейчас мы ее зарядим. Отлично, теперь она работает. Ну-ка. Переключаемся. О, шикардос. Ей. О, я, кстати, не знал, что у меня на попе есть сердечко. Ну ладно, это не столь важно. Так. Этого нету гостя? Гостик? А, вон он, я его вижу. Блин, переключи камеру быстро. Вон он где трется. Кажется, он перегрызает провод моего фонаря. Или он просто там трется. Все, теперь у нас есть телевизор, камеры, и все у нас шикарнейшим образом работает. Теперь я хочу забрать отсюда генератор и провода. Генератор и провода. Просто генератор отсюда заберу сейчас, заправлю его. Так. И бежим быстро к аттракционам. Вот он, аттракциончик. Здесь я поставлю. Опа. И попробуем подключить, сработает это или нет. Розеточка сюда. Ну, действительно, можно. Осталось только теперь взять бензик. Пугало! Реально из него пугало можно сделать. Заправляем наш генератор мощный. Вот так вот. Не подходи ко мне. А то я в тебя сейчас канистры кину. Фонарик. Запускаем. Что-то заработало, но... Поднимаемся наверх. И чё? А, она не работает, прикинь. Хочу проверить, вот здесь вот у нас открыты двери или нет. Нам тогда ворон открыл их? Да, двери открыты. Но двери были закрыты вот здесь. О, теперь открыты. Подожди, так у меня же ключ есть. Какого лешего я удивляюсь? Скорее всего, это я и открыл. Ты сюда не пройдешь, ворон. Лифт. Я тогда запускал. Но тут кнопок нету, слушай. И в принципе свет там горит. Ладно. Сейчас мы исправим эту ситуацию. Пошел вон. Надо заправить еще здесь генератор. Все, притарабанькал сюда канистры. С бензиком запускаем. И сейчас посмотрим, будет ли там работать лифт. Надеюсь, что будет. Хочется подняться наверх. Так. Ну-ка. Не, ни шиша не работает. Проверю сейчас кабель. Вот этот кабель. А, ну тут свет не горит. Блин, я кнопки забыл нажать. Подожди. Раз кнопка, два кнопка. Все, он горит. А он, по-моему, должен зеленым гореть, да? А не красным. Так, долбанный ворон открыл двери. Засранец. Так, зеленый должен гореть. Это значит, что мне нужно тут немножечко попереключать. Так, сейчас будем проверять. Будем проверять. Кнопку нажал. Чё-то нифига. Что мы делаем с вот этой штукой? Давай мы попробуем туда залететь на огнетушителе, потому что лифт что-то как-то не фурычит. Ну чё, получается, что нам сперва нужно запрыгнуть вот сюда. Тут нас уже не достанут. Эти долбанные птицы. И я думаю, что можно отсюда лететь. Вот таким вот макаром. Летим. И кажется, мы уже падаем. Ну да. Чёрт. Мы упали. Не долетели. Ну, капец, значит, у огнетушителя не такой мощный напор, чтобы я мог подниматься постоянно вверх. Откуда я могу залететь туда наверх? По дереву? Как ты думаешь? По дереву? А в принципе, я могу со своего дома, по-моему, залететь. Что я, в принципе, сейчас и попробую. Так, запрыгиваем сюда, поднимаемся наверх. И вот так вот, если я полечу, главное, чтобы у меня мощи огнетушителя хватило. Так, полетели. Мне не хватает. А думал на электролинию приземлюсь, но нифига. Не получилось. Так, ну вот. И чё, как ты думаешь, мы туда долетим или нет? На нашем магнитушителе. Давай попробуем. В любом случае попробовать стоит. А если мы сделаем вот так вот?
мы залетим сюда вначале? Во, смотри. И вот по этим... А, по ним нельзя бегать. Я-то уж думал, я по ним побегать смогу. Короче, по этим красным электролиниям нельзя бежать. Что жалко. Ну что ж, давай попробуем перелететь туда. На огнетушителе. Сейчас, берем разбег. Опа! Полетели! Летим, летим, летим. И кажется, мы уже падаем. Черт, я не долетаю. Я не долетаю. Эх, жалко. Жалко, конечно, что я не долетаю. Так, хорошо. А что, если мы при помощи огнетушителя взберемся вообще вот наверх этого здания? И тогда есть вероятность, что мы долетим. О, костерчик потушим сейчас заодно. Так. Ребята, делайте, что хотите. Рушьте этот парк аттракционов. Он меня достал. У меня тут свои есть дела. Мне нужно раскрыть секрет. Секрет в гости. Итак, как нам туда залезть, на крышу? По всей видимости, мы здесь могли бы залезть. Хотя, тут мешается вот эта балка. Как туда залезть-то, блин? Черт, подери. Ладно, давай попробуем, может, эта балка не помешается нам. О, отлично! Запрыгнули. Ништяк. По-моему, можно было и без огнетушителя. Теперь нам нужно попасть на самый верх. На самый верх, вот сюда, нифига не видно. Фонарик я, конечно же, не взял с собой. Пипец. О, фига себе. Тут есть проходик. И тут еще дырка. Но это дырка в комнату, где мы ходили. Там двери есть. Мы туда заходили. Что тут такого? Что тут у нас есть? Да, текстурки тут, конечно, оставляют желать лучшего. Такие щели огромные. Как на Ладе Приоре. Воу. А это что за машина такая мощная? Телевизор даже есть. Нифига себе. И куда? Это пушка, что ли, какая-то? Или что? Что это такое? Ну, короче, в любом случае завести я ее никак не смогу. Потому что она... не включается. Скорее всего, сюда нужно генератор притарабанить, но я не вижу, куда включать. Где тут розетка? А, вот, наверное, вот эта розетка. Ладно, обязательно сходим за генератором. И что, и все, что ли? Тут ничего нету? А как мне еще выше-то взобраться? Я хочу повыше, повыше залезть. Кстати, а как насчет того, чтобы долететь вон туда? Полетели! Главное, чтобы у меня огнетушитель не сдох. Я не переломал все кости. Ладно, короче, не долечу я. Падаем.